дорожный фонарь, ведомый лишь страхом попасться, ползет по шоссе одноногий бунтарь, в крови, не способный сражаться. Нога же его, лежа под колесом, кровавую лужу пускает, и слышит бунтарь, как царапает лом гудрон, и конец приближает. В коричневых берцах, ступая во тьме, подходит к герою мужчина. В оттенках, что только в сибирской тюрьме, блестит смоляная щетина. Золотыми зубами в 700 карат сверкает безумный убийца. И запах далекой горы Арарат пугает героя арийца. Убийцы друзей моих, гнусный планктон, таких наши деды кромсали. Проси о пощаде ты свой пантеон, вендетта придет в арсенале. Твердит же в ответ обреченный глупец: ты сделал меня инвалидом. Как жаль, что у всех некультурных овец не смог я отрезать либидо. И в ярости лом разрезает в ночи свистящий в агонии ветер. И сердцу уже не помогут врачи. Их даже Господь не заметил. Квартира в элитном жилищном районе, 10-й этаж над широким проспектом. Наш новый герой уж засел на балконе, желая хотя бы дожить до рассвета. Он – медвежатник большого размера. Квартиры богатых, золотые палаты. Осталась без гостя морская ривьера, хозяин пришел в необещанный дат. И вот наш герой на карниз ставит ногу, в надежде спастись от тюремной решетки, ступает, держась лишь за стену и Бога, не дышит и слышит шуршащие нотки. Вдруг ветер ударом по выступу дома сбивает героя в пучину обрыва. Кричать бесполезно, конец жизни Тома, протагонисту последняя вива. В полете на землю одним оборотом он взгляд обращает на звездное небо. Господь, если есть ты, то вот он я, вот он. Позволь мне зайти внутрь вашего кеба. Святое пространство, молочные дали, ангелы в платьях и каждый радушен, и два наших друга с большими глазами сидят на полянке, точнее их души. Напротив сидит некто важного вида. Пиджак, портмоне и косматые брови всем сущим нутром излучают флюиды и бледен, как будто простудою болен. Ну здравствуйте, внуки! Коль здесь вот так рано, я не задержал вас до этой минуты. Давайте решим, чья душонка погана, а в честь чью мы громко запустим салюты. Господь, кто не понял, берет чемоданчик. Оттуда торчат две бордовые папки. Одну открывает, берет божий пальчик и водит по строчке гусиную лапку. Виталий Ильич, так Брахман нам читает, убийца армян, осетин, дагестанцев. Скажи-ка, Виталий, тебя не пугают круги Абаддона и огненных танцев? Бунтарь же встает и глядит на Иисуса, слезой окропивший эдемские травы. Но четко и твердо, без такта и вкуса, кричит: «Не жалею! Что сыпал отравы, что бил автоматом кавказские рожи, что скальпы снимал окровавленным трупом. Увы, не хочу поклоняться я, Боже, тому, кому подвиг мой кажется глупым». Ну что же, как скажешь. Извольте проститься.
Отправлю тебя на седьмой круг Паталы. В кровавой реке будешь вечно дымиться, быть может, познаешь всю сущность нирваны. И вмиг под землей разверзается пропасть. Туда улетает бунтарь постепенно. А Один вселяет в воришку лишь робость, не дав ему шанса проститься с вселенной. Ну что ж, кличет Рот, взяв последнюю папку. Максимыч Андрей, вы же вор и мошенник. Ну что же нам скажет греховная тряпка? Наденем на морду вам адский ошейник. Простите, о Крон, я безбожник и грешник. Я знал же, что делаю плохо и скотско. Позвольте пустить меня к вам на скворечник. Я точно исправлюсь, не буду жить плотско. Аллах посмотрел на молодого мужчину, как будто в нем были все те убиенные, и рек: не познаешь ты райской лощины, ступай же на восьмой круг пожарной гиены. Ну как? Почему я есть хуже убийцы? И дрогнул Эдем от титанового баса. Не от преступления грызут кровопийцы, а от осознания греховного глаза.